Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу. Я, кстати, звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют. Здесь же был Киселев. Я, кстати, тоже. Но я в юности развозил проституток, поэтому как-то справляюсь. Кстати, я здесь нашел ушную палочку, она вся в лапше. Видимо, оставил Дмитрий. Интересно, свою программу Дмитрий снял 5 дней назад, но запах его профессионализма, он до сих пор не выветрился. Кстати, любопытный факт. Я здесь нашел почти скрученный рулон туалетной бумаги. Это означает, что свою программу Дмитрий записал именно здесь. Отправим ему его материал. Совпадение? Не думаю. А? Да, точно, да.